Бывает, что, проверяя обстоятельства одного преступления, прокуроры выясняют, что за ним скрывается и другое. В январе этого года гражданин Республики Узбекистан совершил на территории города Рязани особо тяжкие преступления в отношении несовершеннолетней. После совершения им преступления прокуратура района была проверена законность его пребывания на территории России. В ходе проверки установлено, что почти год данный гражданин и место его фактического проживания оставалось без внимания сотрудников полиции, на которых возложен контроль за порядком пребывания иностранных граждан. В связи с изложенным в адрес начальника ОМВД России по Октябрьскому району города Рязани внесено представление. Гражданина Узбекистана депортировали. В той же прокуратуре Октябрьского района города Рязани поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Рязани, который летом прошлого года совершил незаконное приобретение и хранение наркотического средства в крупном размере без цели сбыта. Реализуя свою преступную мысль, осужденный летом 2021 года, используя свой сотовый телефон, через информационно-телекоммуникационную сеть интернет приобрел без цели сбыта наркотическое средство в крупном размере. Подсудимый свою вину признал полностью, раскаялся в содеянном, в связи с чем в отношении него вынесен обвинительный приговор. Назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года условно, с испытательным сроком 2 года, а также возложены обязанности, которые осужденный обязан выполнить в период испытательного срока.